Точно не пойдем, там уже крыша обвалилась частично. Все сломано, здесь конкретно находились камеры, не знаю, по-моему, 16 местные, ну, их уже сюда забрали, то есть даже они уже решетки кто-то снял. Пойдем на этаж ниже, посмотрим, может быть там остались. В целости еще камера, так это не будет. К сожалению, показать, скорее всего, как они были изначально, не получится, потому что уже снесены все камеры. Осталось вот только стол, где люди принимали пищи, соответственно, раковина и здесь туалет. То есть, такая камера для начала снимена на 16 человек. Бывало и больше. Выглядела сама камера, сами кровати, то есть большой стол, ну в принципе все. В каждой камере висело радио, но его сейчас уже сняли. И на этом пол. Еще какая-то документация. Осталось.
Севере у нас снабжение современное. Вот на такую огромную камеру двойной туалет. И такое переграждение между ними. И две раковины. Это, по-моему, 16 мест, даже больше 16 мест. Это 32-местная камера. 32 человека. Здесь есть поменьше, но, скорее всего, на этой стороне они все будут 32-местные. Ну да, сносили. То есть все посрезали, сейчас здесь идет ремонт. Сейчас точно даже не могу сказать, что здесь будет, но это частная собственность на сегодняшний день. Оборудование. Еще здесь возьмем. Есть такой достаточно здоровый. Ну, в принципе, какие-то по мелочам тумбочки, которые там стояли. Локалка между секторами. Есть еще какое-то оборудование тоже оставшееся. То еще не вытянули. Здесь еще на себе находится музей. Музей жертв коммунизма. Я тоже относящийся к музею. Так, фотогалерея тех времен. Вот как она выглядит сейчас. Как выглядела в то время, к сожалению, неизвестно. Тоже одно из этих музеев. Музей жертв коммунизма. Вот это даже я не могу сказать точно, что здесь было в конкретной камере. Вот если прислушаться, здесь слышно радио, и такие радио стояли в каждой камере. Да, это часть уже полностью переделана под музей.
Ну, это, по-моему, не больничная часть. Больничная часть, по-моему, вообще в другой стороне. Поэтому я даже не знаю, что здесь было. Сейчас под музей, вот можно посмотреть двухместные камеры, как выглядели. То есть кровать, туалет, раковина и столик. То есть вот это двухместный вариант. В принципе, все то же самое, да, мы сейчас находимся на территории музея. Есть даже какой-то кабинет был. Возможно, опера. Скорее всего, был карцер. Да, вот эта кровать поднималась. То есть, только на ночь открывали ее и утром. Опять же, закрывали. Это навесная камера, которая была предназначена под карцер. Также было радио. Как и во всех других камерах. В принципе, все то же самое. Да, это карцерная камера. Так вот они выглядели. Интересно было бы попасть на больничный блок, но, к сожалению, я вообще уже не помню обстановку, где что находится. Находимся в здании. Под музей. Под музей тоже здесь проделан. Получается, наверху, на другую сторону, можно попробовать пройтись, посмотреть. Даже непонятно, может быть,
как раз таки был кабинет медсестры. Вот четырехместная камера. На самом деле выглядит вот так. Разрушено. Там все-таки, скорее всего, рабочие, поэтому можно не пойдем. У нас культура попросит отсюда. Покинуть помещение. Подожди, откуда мы пришли, если получается? Получается, опять идем вниз, там тупик. Через лес. Куда нам идти? Так вот, мы не заблудились. Или там точно прохода нет? Представляешь, такие маленькие кроватки были, просто мой детский размер. Причем здесь подвешен какой-то внимание. Здесь вот так. Все разрушено. Thank you.
наверное, сейчас в двух словах расскажу, что здесь было раньше, и мы прекратим это дело. Здесь была построена крепость, в 1827 году ее начали строительство. Тогда это был город Ревит, в составе Российской Федерации находился. Во время Второй мировой войны сюда привозили евреев, тут же они были позже расстреляны. После независимости Эстонии здесь построили тюрьму, которая существовала, по-моему, до 2002 года, если я не ошибаюсь. Последний расстрел, последняя смертная казнь была, по-моему, в 1991 году. Вот такая история этой тюрьмы. Сейчас ее разрушили, поэтому мы уже не очень можем показать, что здесь было, как здесь было.